відшали, вдруг соломи зашумить. То как путник запоздалий, к нам в окошко застучит. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Молодец, Настя, вижу, выучила. Садись. Так, ребят, оставшиеся 15 минут до конца урока мы потратим на то, о чем мы говорили на прошлом уроке. А о чем мы говорили на прошлом уроке? О том, что если мы напишем диктант без плохих оценок, то вы нас научите танцевать чечетку. Правильно, только надо говорить не танцевать, а бить чечетку. А почему вы даже не интересуетесь, что у нас с оценками? А что там с оценками? Я, наверное, тройка. Вот, а с оценками у нас как раз... Ни одной плохой? Ура! Ура! Для чечетки нужна специальная обувь. Она так выглядит, называется степовки. Я сначала покажу номер целиком, а потом мы пошагово разберем каждое движение. Угу. И благодаря нашим усилиям, даже во время кризиса, завод не только не сократил выпуск продукции, но и увеличил объемы поставок. А это значит, что ни один сотрудник завода не был уволен, заработная плата выплачивалась вовремя и в полном объеме. Успешная работа такого крупного предприятия, как наш завод, не могла не сказаться на показателях общих области, в которой, как всем известно, не очень успешно адаптируются к динамичным условиям рыночной экономии. Да. Спасибо. Именно с вашей помощью и надои в колхозах выросли, и каждой бабе дали по мужику, а каждому мужику дали по бутылке водки. Леонид Константинович уже более 10 лет не забывает детский дом номер один. Сегодня он подарил маленьким воспитанникам самые современные компьютеры, которые помогут им освоить... Все, зачем все это? Мне компромат нужен, слабые места. Избирательная кампания в самом разгаре. Каждый день на счету. А чем вы занимаетесь? Работаем, Борис Иванович. Используем все ресурсы. Прокуратура. Что у них? По тем запросам, что мы отправили, пока глухо. У меня есть такое подозрение, что они вообще не хотят копать Подмазова. Ну то, что они не хотят копать, это я и без тебя знаю. Закормил всех. Что еще? Никаких бань, девочек, наркотиков. Запомни раз и навсегда. Наркотики не у него. Наркотики под ним, понял? Проработали несколько версий, но все они заканчиваются трупами. Зачищают следы. По женам такая же история. Кто мог что-либо знать, либо погибли, либо... Последнюю так и не нашли? Нет. Ищите. Ищите. Нет чистых людей. Нельзя замести все следы. Так не бывает. Ищите. Все. Да они специально меня с ним знакомили. И цветы он нес сразу. И звонок этот телефонный подстроили. А мне Роман ни к чему. У меня октябрь защиты, я еще до архива даже не добралась. Понятно, он тебе просто не понравился. Да вообще никак. Ксюха, ты бы видела его лицо. Это не лицо. И чё вечно ко мне лезут какие-то? Тяжелая психологическая травма. Я, между прочим, не компьютер. Мне тоже время надо. Сначала Натах, потом Андрей. Да, Анька, ты не компьютер. Компьютер перезагружается 20 секунд, а ты на 7 лет зависла. Ой, кто бы говорил-то? На самом деле, мне после смерти Ваньки тоже никто не нужен. Так что? Раз. Два. Три. И не успели мы на 2 дня уехать, как в нашем доме девушка появилась. Правда, нас она не дождалась. Она и меня не дождалась. И вот, полюбуйтесь. Так вот, Паша не дал нашей девушке опомниться даже. Сначала спас ее на вокзале, а потом устроил к себе в клинику помощницей. И давай, значит, руководить. И, между прочим, Паша был самым лучшим начальником. Никогда меня не критиковал.
А вот в школе мои уроки считаются праздником анархии, хотя мои даже троек не получают. Катюш, ты же знаешь, почему так происходит. Они тебе завидуют. Наши училки ж сплошь одиноки или разведенки. А я на Олимпиаду пойду скоро по стихотворениям. Да ты что? В этом году у нас не только взрослые, но еще и малыши участвуют. Вот сосинушка. Паш, дай мне его. Садись. А давайте лучше послушаем, как Коля стихи читает. Давайте. Иди сюда. Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. И все засуетило, все нудит зиму вон. И жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет и на весну ворчит. О, боже, что это? Это боевые действия начались. У нас война с соседом из-за парковки. Это он назло сверлит. Все стены должны быть как дуршлаг в дырочку. Мне без газа, пожалуйста. Слышь, Клава, сюда подойди. Ты расселся, казнина, вылазь! Ваня! 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 Дверь заблокировал, глаза в пол, язык туда же. Ваня! Ваня, куда вы? Оставьте его в покое! Я ненавижу вас всех! Сдачу забери, на колготки накопишь. У тебя давно сигаретки две пачки. Серый, мне парочку возьми. Так на меня смотришь, я знаю, что ты что-то выдашь. Нет. Я сегодня на Ольгу смотрел и думал. Знаешь, что у тебя детских фотографий не осталось? Она, наверное, на тебя, на маленькую, очень похожа. Да, но я с тех пор не очень-то изменилась. Ну да. Все-таки она в меня пошла. Ее учат вас писать в этих институтах. Ведь, ну что за почерк у тебя? У нас в аптеке на первом этаже разберутся. Если ты, конечно, мимо не пройдешь. Да я куплю, не переживай. У меня только к тебе одно условие, Вить. Я буду лечиться по-честному, как ты сказал. А ты мне по-честному скажешь, сколько мне осталось. Полгода, Петрович, у тебя точно есть. Полгода? Хорошо. Спасибо. Вот записи профессора Лепницкого и профессора Зимина. Нет, мне нужен именно Лепницкий, мне для работы на диссертации. Ну, смотрите, Анна Алексеевна, там сам черт ногу сломит. Звезда психиатрии не сильно-то волновался, чтобы писать разборчиво и понятно для нас, простых смертных. Ничего, разберемся. Леонид Константинович, 16 лет. Сложный, нетипичный случай. Требует клинического лечения. Преследует видение, немотивированные вспышки агрессии, жестокости по отношению к животным и близким. Отсутствие друзей среди сверстников.
Желание контролировать все происходящее и страх потери контроля, даже реально несуществующий. Скажите, а сохранились истории болезни пациентов Лепницкого? Так вторая папочка. Смотрите по алфавиту там. Здесь же ничего нет. Как ничего нет? Ну, вот, смотрите. Странно. Куда же они могли подеваться? И нам нужно все знать о вас для того, чтобы правильно и безошибочно выстроить предвыборную кампанию. Вам мои помощники выдали всю информацию. Там столько. Я сам о себе меньше помню. И вообще не думал, что я такой замечательный во всех отношениях гражданин. Так что вам еще? Да это не нам еще, это вам еще. Леонид Константинович, мы тоже несколько, собственно, как и вы, смущены идеальностью складывающегося образа. Поймите, дорогой мой, люди хотят видеть людей, человека, понимаете? Обычного человека, с такими же страстями, с такими же недостатками. Мелкими, естественно, которые не помешают вам руководить вашим городом. Вы поймите, если люди почувствуют что-то общее с вами, у них будет уверенность, что и вы, в свою очередь, не забудете об их проблемах. Так что же мне? Придумать что-то о себе? Семейные ценности – это один из ключевых элементов кандидата. Большинство избирателей старшего возраста и придерживаются традиционных взглядов на семью. Я вдовец, и это всем известно. Вот именно. А нужно, чтобы неизвестно. Нужно что-то такое, такое личное, о котором вообще никто ничего не должен знать. По городу до сих пор ходят слухи, что ваша вторая жена... Касаться этого я никому не дам. Но... Никаких «но». Пока вы работаете на меня, границы дозволенного определяю я. Ну что ж, мы всего лишь политтехнологи. Работаем с тем, что имеем. Всплывет ведь что-нибудь. Лучше бы грязь подчистить заранее. Может, всплывет, может, не всплывет. Такие люди, как Мазов, сами за собой почищают. Кстати, тебе гонец завербованный больше не звонил? Нет. Ну, если орлы мэра ничего не накопали, то, может, и правда ничего? Да перестань, у всех есть. Другой вопрос, что не все тайное становится явным. Не всегда. Это да. Значит, Наташа была замужем за психом. А теперь этот псих собирается стать мэром. Слушай, ну мы же не видели историю болезни нашего действующего мэра. Вдруг он тоже псих? Вообще, другие на эту должность не идут. Очень может быть. А ты помнишь тех ребят, которые забрали Ивана по дороге в клинику? Не знаю, может, если увижу, вспомню. А я вот увидела и сразу вспомнила. Поехала за ними. Оказались мы у завода Мазова. Только вот на работяг они не очень были похожи. Значит, это его люди украли Ваньку. Да что ж ты за жизнь-то такая, а? Слушай, у нас появился шанс отомстить этой твари чужими руками. И вот еще одного такого желающего стать мэром я как раз и присмотрела. Ну что, Глеб? Ты про санэпидемстанцию? Ну да. Через 10 дней результат будет готов. Понятно. Репортаж видел? Какой? Мазов нас опередил. Ну, давай, садись. Сделай мне утро незабываемым. У вашей жены стабильные рейтинги в интернете. Что? Я поняла, что все эти его помощники, консультанты. Это все для отвода глаз. И я. Я тоже для прикрытия всех этих его увлечений. Мужчинами. Ну, я не знаю, как лучше сказать. Вот новое слово появилось, которое можно хоть в телевизоре сказать. И я думаю, что оно точно отражает его сущность. Он, ну, либераст.
Разве это новость? Она меня давно ненавидит. Ну, сняли когда-то, как я пробираюсь через толпу к мэрии. Смонтировали с видео гей-парада. Грубо. Чепха все это. Вот получим результат, как наш кормилец травит своей натуральной продукцией людей. Ну, тогда посмотрим. А если не получим? Или результаты будут нормальными? Глеб, так и до выборов можно не дотянуть с методами Тамазова. На той неделе наркотики, подброшенные в офис, за час до приезда правоохранительных органов. Сейчас вот жена, завтра еще что-нибудь придумает. Нет, Глеб, здесь нужно что-то посерьезнее, чем санэпидем. Чем я не кандидат от народа? Мой номер известен всем, даже блохе. Если вам нужен компромат на М, он у меня есть. Назначьте встречу. Блоха. Да нет, провокация, не отвечайте. А что я теряю? Ладно, я подумаю. Сергей Петрович, здравствуйте. Тамара Николаевна, здравствуйте. Неожиданно как. Вы плохо себя чувствуете? Да, ерунда. Голова болит, пройдет. Вы знаете, денек сегодня такой замечательный. Вот и решил прогуляться. А то все работа да работа. Да. Я помню, как вы меня приглашали то в кино, то на выставку. Я тоже все... Работа да работа, так и жизнь проходит. Да, уже и прошла. Да бросьте вы. В вашем возрасте мужчина. Знаете, я вот сейчас только подумала, просто прогуляться по парку вдвоем или сходить в кино. В этом-то и есть вся жизнь. Простите меня, Тамара Николаевна. Мне надо идти. Всего доброго. Всего доброго. И когда вы произносите эти слова в определенном порядке, вы воздействуете на подсознание тех, кто вас слушает. Понимаете, people, лекторат, поддается внушению. Он вам верит. А это то, что нам нужно. Вы что-нибудь слышали о нейролингвистическом программировании? Да-да-да. Это не только определенный порядок слов. Это не только интонация, правильно поданная слушателю. Это еще язык пластики и жеста. Правильно говорить, ходить, стоять. Это как-то все сложно. Да нет, нет. Овчинка выделки стоит. Леонид Константинович, и вы со всем этим прекрасно справляетесь. Это не лесть. Это просто профессиональная оценка. В вашем случае это либо врожденные актерские способности, либо сочтите за шутку. Просто шизофрения. Простите. Политик – это всегда актер. Простите, мне пора. Спасибо. Как и обещал. Проходи. Давай, рассказывай, гость незваный. А вот, посмотрите. Ну, это я посмотрю. Ты давай рассказывай, с чем пожаловал. Да вот с этим и пожаловал. Просмотр откладывать не стоит.
Деньги возьми. Сын мэра за последние 7 лет трижды лечился в зарубежных клиниках, но так и не смог избавиться от наркозависимости. Вопрос. Может ли городом управлять человек, который не в состоянии помочь собственному сыну? Ответ, я думаю, дадут избиратели. Какой ответ будет после заголовка в газетах, шоу на телевидении, говорить не надо. У тебя есть сутки. Завтра до 15:00 ты примешь решение. Единственное верное. Думай! Честно говоря, я уже не думала, что вы придете. Честно говоря, я немного сомневался. Но если бы я знал, что это будет девушка, а не насекомая, почему блоха? Потому что нас за людей не считают. А еще потому, что могу укусить больно. Кстати, я видела в сети ролик. И результативно играет ваш оппонент. Находите? Угу. Почему Мазов? Почему именно ко мне? Есть причина. Вот, посмотрите. Здесь копии записи психиатра Лепницкого. О пациенте Люне Мазове. Аффективное расстройство. Маниакальный, но у них почерк. Депрессивный психоз. Копия не аргумент. Не буду спрашивать, где вы это взяли. Для начала неплохо. Будут еще аргументы, я только начала над этим работать. Сейчас прохожу конкурс, предвыборную кампанию господина Мазова. Технический отдел. Перспективное место. Хорошо, вы не ответили, почему именно вы обратились ко мне. А у нас общий враг. Да и одна я не справлюсь. Нужна поддержка сильных людей. Договорились? Давайте попробуем. До связи. Я жду вестей. Кому как не мне знать, что это работа? Работа на благо жителей нашего города требует огромного напряжения всех сил и полной самоотдачи. И когда я понял, что по состоянию здоровья я не смогу выполнять ее так, как я это делал раньше, я принял непростое решение. Я снимаю свою кандидатуру с выборов мэра. И готов передать бразды правления. Мои поздравления, достойно. Леонид Константинович. Одним соперником меньше. Это не соперник. Соперник Семеновский. Деньги, связи. Зачем ему этот головняк с выборами? Расслаблен, живет в свое удовольствие. Со всеми может договориться. Привык, что его бизнес прикрывает мэр. А теперь придется драться. Вот и посмотрим. Тот, кому есть куда отступать, всегда проигрывает. Что там в прокуратуре? Я занес сегодня материалы по Семеновскому, за которые можно зацепиться. Ну, обещали начать работу уже в ближайшие дни. А вот он и засуетился. Закажи на завтра билеты, проведаем столицу. Приветствую, Петр Аркадьевич. Сколько лет, сколько зим. Thank you.
меня был знакомый иностранец, он очень любил одну русскую пословицу. На чужой каравай рта не разевай. И чей же каравай? Мой. И мэром стану я. И с кем соревноваться? Ваш кандидат вчера снялся с выбора. Но ведь можно обсудить и разделить сферы влияния. Я могу обеспечить огромные инвестиции в город, если, конечно, буду понимать, что контролирую ситуацию. Ну, взаимовыгодные инвестиции. Вы же за этим приехали? Да нет. Предмета для разговора нет. Контролировать ситуацию буду я. Надеюсь, мы поняли друг друга. Человек ради поста мэра отказывается от серьезных денег. На родителей интересов народа не похож. Значит, где-то глубоко внутри в прошлом есть слабое звено, и чтобы его прикрывать, нужна гарантия, нужна власть. Работаем резервный вариант. Ты уже связался с Потокиным? Да, и он сказал, что у него появились дополнительные козыри на руках. Вот и сыграем. А то, я смотрю, меня уже в травоядные записали. Да, я слушаю. Сергей Петрович, здравствуйте, это Катя. О, здравствуй, девочка моя. Сергей Петрович Мазов здесь, и он меня ищет. Как он узнал? Подожди, а почему ты решила, что он тебя ищет? Давай, рассказывай только по порядку и спокойно. Я его видела 5 минут назад, и он меня тоже видел. Кажется. Ну, если бы он тебя увидел, он бы рванул за тобой, даже забыв, зачем прилетел. Я думаю, это просто случайная встреча. Он ведь теперь в мэры баллотируется, да? И мотается в столицу. Так что он тебя не узнал, и тебе повезло. Успокойся и выкини с головы это все, как дурной сон. Ты мне лучше про себя расскажи. Как там ты, как семья? Все хорошо, спасибо. Оля совсем взрослая стала. Были на 40 днях у Зинаиды Николаевны. Дети ее приезжали. Ну что ж поделаешь. Рак это наследственное. Ты лучше звони мне почаще. Теперь уже можно. Мне очень приятно тебя слышать. Давай. Хорошо. Хорошо. Леонид Константинович, прокуратура отказывается возбуждать дела по компаниям Семеновского. Ты ведь говорил, что вопрос решен. Да, но что-то пошло не так. Ситуация вышла из-под контроля, но мы в процессе. А мне не нужен процесс. Мне нужен результат. А его нет. Где промах за промахом? Я все исправлю. А меня давит, а он исправляет. Я разберусь. Я считал тебя правой рукой. Мне кажется, я ошибаюсь. Ты подумай об этом. Через полчаса у меня. Давай все, что есть. Это данные прослушки. Здесь работники прокуратуры, Следственного комитета, нарконадзора и люди мэра. Желтым маркером выделены новые контакты или новые номера тех же людей. Полная информация по ним. Все, что успели. Смотри, откуда у этого мента Петровича новые столичные знакомые. Спасибо, я посмотрю. Алло? Алло, говорите.
Извините, я, наверное, ошибся. Это не Елена Владимировна? Нет, вы, наверное, ошиблись. Да, извините, но ведь это номер 945-412-0017. Да, но вы, наверное, неправильно записали номер, потому что эта сим-карта я пользуюсь уже несколько лет. Извините. До свидания. Бывшая правая рука, говоришь? Стоять! Знаешь так, мент, дернешься, убью. Если будешь делать так, как я скажу, может быть, и поживешь. Немного. Короче, меня интересует Катя Сивко или Наташа Савельева. Знаешь такую, нет? Чего молчишь, а? Если ты знаешь, зачем спрашиваешь? Значит, понимаешь, о чем я говорю, да? Это хорошо. Тогда коротко и по делу. Сейчас ты набираешь Катю, Наташу и говоришь, чтобы приехала в Северогорск. Срочно. Да, она уже здесь. О, как. Отлично. Тогда скажи, чтобы приехала сюда. Не поверит она. Это почему? Да потому что мы не встречаемся. У меня в квартире это опасно. Ладно, логично. Где вы встречаетесь? За пятым причалом. Старый мост. Тот самый? Да. Звони. Звони! Звоню. Четыре, пять. Дальше, дальше. Да я знаю, знаю. Наташа, надо срочно встретиться. Я при встрече все объясню. Давай, да, через 40 минут. Отлично. Молодец. И все мы помним о трагедии, постигшей вашу семью. Ну, а что вы сами думаете о пропавшей жене? Свидетели видели, как ее столкнули в воду. Рядом находился какой-то таинственный катер. Видели каких-то аквалангистов. Она погибла или же все-таки ее похитили? Вы знаете, Наташа была чутким и отзывчивым человеком. Я впервые ее увидел на сцене, в детдоме, которому я помогал. Это был концерт. Она танцевала и... Простите. Простите, мне тяжело говорить. Да, да, я понимаю. Это вы меня простите, пожалуйста. Друзья, давайте сейчас немного прервемся, посмотрим небольшой сюжет, а потом я задам несколько вопросов Глебу Потокину. Алло. Ну что, начальник штаба? Могу вас порадовать. Блестяще. Да, все домохозяйки наши. Ну, благородный человек, взял себе жену из детдома, а потом такая трагедия. Богатые тоже плачут. Ну, то, что надо. Вот здесь и встретимся. Что, так и будешь стоять? Она ведь оттуда придет. Хотя в прошлый раз она оттуда пришла. Ах ты ж мунтян! Thank you.
Отправляем вас в технический отдел. По некоторым вопросам будете работать со мной, как с главой предвыборного штаба господина Мазова, напрямую. Квалификацию вашу специалисты мне подтвердили. Единственный момент. Может так получиться, что некоторую информацию придется добывать из закрытых источников. Так сказать, нетрадиционными способами. Я ясно выражаюсь, Ксения Ивановна? Да. Ну, вот и хорошо. Раз мы поняли друг друга, наше собеседование можно считать законченным. Приступайте к работе. Спасибо. Что еще? Леонид Константинович, вам нужна жена. Любимая женщина, на которой вы собираетесь жениться. Импозантный холостяк, это, конечно, хорошо, но с учетом, что против одного из ваших соперников ведется игра, где ему приписывается нетрадиционная ориентация, вы должны быть четко позиционированы. Вот вы помните, как вчера люди реагировали на рассказ о Наталье Николаевне? Ну и достаточно. Вчера они плакали, слушая о погибшей жене. А завтра они спросят, ну ведь кто-то же есть рядом с ним, почему нам ее не покажут? У меня времени нет на это. А вот за это вы платите мне деньги. Я тут подготовил несколько кандидатур. Переживаю немного. Все-таки Олимпиада. И ты же участвуешь. А я уверен, что Ольга победит, она же вся у меня. Ага. То есть, как Оля капризничает, так она вся в маму. А как на Олимпиаде победит, так вся в папу, да? Ты видел ключи от машины? Пап! Надо не забыть купить цветы. Умничка, Наташа. Берите машину, пожалуйста, опаздываю. Сейчас. Давай. Слышь, ты что, издеваешься? Убери машину-то. Что ты, встал не на свое место, и тебе что-то не нравится? Я поставил машину на свободное место. Здесь нет твоего места. Сколько тебе объяснять уже можно? Ты твердолобый или что? Тебе вдолбить один раз голову, что это мое место. Давай попробуем. Я сейчас попробую. Давай. Я сейчас попробую раз. Стойте, стойте. Что вы как дети? Места же всем хватит. Я из-за вас на Олимпиаду опоздаю. Идем, моя хорошая. Победа, а что? А участие! Умничка, тем более одну медаль ты уже заслужилась. За что? За мир во всем мире. Пойдем, пойдем. Никакая информация по Аркадию не должна просочиться. Ты понял? Никаких ментов и тем более журналистов. Сыграем в игру, потом разберемся.
Нет, не боюсь. Дорогие, такие, как он, не сбегают. Был предан, как пес хозяину. Вот и наступил этот скорее сдохнет. Момент, а может, и уже сдох. Мы можем объявить призеров районной школьной олимпиады по литературе. Итак, третье место среди первых классов получает... Классиков, но и среди начальных классов. Вы видите, как счастливы самые дорогие победители.